Инфляция за первое полугодие 2017 года сложилась на уровне 3,7% по сравнению с 4,6% в первом полугодии прошлого года. На годовом уровне, то есть относительно сопоставимого периода прошлого года, инфляция сложилась на уровне 7,5% и находится в пределах целевого коридора. Замедление темпов инфляции сдерживается, по нашему мнению, факторами в большинстве своем со стороны предложения. При этом более низкие показатели базовой инфляции, то есть инфляции без учета волатильных компонентов, свидетельствуют о нисходящем тренде инфляции. Также, по нашим оценкам, инфляционные ожидания населения находятся на стабильном уровне. В июне опрос, который мы провели 2017 года, показывает, что количественная оценка инфляционных ожиданий на год вперед составила 6,4%. Вклады в тенге за январь-май выросли на 11,8%. В то же время в иностранной валюте продолжается их снижение, то есть мы оцениваем его на снижение на уровне 13,7%.